4.55. Я поел в китайском ресторане, там остановился. Они мне еще вот с собой дали суши. Такие есть. Супа своего налили. Но я хотел остановиться здесь, показать. Я по-прежнему еду домой. И здесь одно из красивых мест, называется каньон такой. Сейчас я выйду из машины, покажу. Называется каньон Брайерс. Смотрите, вот те деревья нависают прямо надо мной. Там на другой стороне, вот видно, есть железная дорога, на другой стороне, а между нами идет железная дорога, и эта дорога автомобильная, там река Колорадо идет. Сейчас там маленькая машинка идет, потом после этой машины перейду на другую сторону и посмотрим на реку эту.